Ну что же, всем привет, дорогие друзья, на связи вновь студия Arena 4 Game, и мы сейчас с вами будем продолжать наблюдать за нашим легендарным дивизионом. Встречается у нас два коллектива, это коллектив Respect и коллектив Vivictus eSports. Ну что ж, в принципе, будет принципиальное у нас здесь противостояние. Коллективы более чем достойны друг друга, Vivictus, особенно под конец второго круга легендарного дивизиона, выстрелили очень-очень неплохо, да, у них были очень активные матчи, но как они будут действовать сейчас, вот мы с вами как раз-таки и посмотрим. Но пока что неизвестно, что у нас тут будет происходить. Но вот, на мой взгляд, здесь все-таки будет у нас серия допов. Серия допов у нас будет, действительно, очень потная катка. Но посмотрим, не будем загадывать. Люксвиль, но все-таки как-то вот на Люксе я больше свое предпочтение отдам бойцам коллектива Респект. Все-таки на этой карте они уже неоднократно доказывали то, что они чемпионы. Но сейчас мы с вами как раз-таки за этим и посмотрим, насколько они сейчас готовы к своим соперникам. Ну и, собственно, как будут уничтожать своих визави. Респекты у нас в атаке, Vivictus eSports в обороне. Ну и сразу же сверху давайте посмотрим за вектором атаки. Двое бойцов коллектива Респект передвигаются сейчас у нас на лонг. Это Тушкан и Тео. В принципе, они всегда на этой позиции отыгрывают и очень уверенно отыгрывают. Но вот как будут действовать сейчас, мы посмотрим. Митака у нас тем временем отыгрывает на позициях ковров. И здесь же у нас сейчас будет принимать потихоньку позиции длины свет. Но посмотрим, что тут будет происходить. А Тео тем временем через лонг. Опять же, смог забрасывается, ХЗЗшка подтягивается у нас на позиции моста, а свит перетягивается на позиции верхней тумбы. Ну что ж, окей, давайте посмотрим, что тут будет происходить. Пока что респекты у нас отыгрывают очень пассивно. Очень пассивная атака у нас идет. Ребята особо не решаются рашить на какую-либо из позиций. Просто забрасывают смог, забрасывают осколочные гранаты. Но сейчас, как мы с вами видим, от ХЗЗшки залетает минус. И также Митаку от Кит-Хае. С Хаешки отправляет своего оппонента в небытие. Пошла работа от Ушкана на позиции длины. Есть минус. И паритет среди игроков у нас восстанавливается. 3 в 3 сейчас у нас будут отыгрывать ребята. Опи уже на позициях тройки. Чекает по джимси. Семерки, не будет ли здесь какой-либо аркады. Митако, есть выпад на лонг, отлично, хэдшот заходит. Ну и сейчас пошла работа на верхнюю тумбу. Здесь Опи врывается просто на позиции ВТ, есть минус по свету. Также падает информация, то, что Митако у нас отыгрывает на позициях ковров. И сейчас Митако перетягивается на девятку, а тем временем бойцы коллектива Респект уходят уже на позиции восьми и занимают спокойно позиции Б-сайта. Ну что ж, первый раунд, по ходу дела, все-таки улетит в копилку коллектива Респект. Ну, посмотрим, может быть, я поторопился с выводами, но, тем не менее, мне так кажется, то, что сейчас Респекты заберут этот раунд. Ну, посмотрим. Так, есть заход у нас на позиции Б-сайта, но здесь первый отправляется отдыхать от Опи, и здесь же Зишка принимает своего визави, сейвит тиммейта, есть минус по Митако. Ну и в соответствии, да, это все-таки первый раунд в активе коллектива Респект. Смотрим далее. Смотрим далее, что парни нам покажут, но вот атака сейчас выглядела действительно неплохо. Выглядело действительно неплохо, ребята нашли минуса под нужными позициями, да, открывали как-то точку верхней тумбы, также стягивали вектор внимания своего оппонента на лонг, ну и, соответственно, за счет этого зашли на позиции, заняли позиции Б-сайта, установка плента и грамотное удержание в соответствии. Давайте посмотрим сверху за тактической составляющей, в принципе, она у нас никак не меняется у бойцов коллектива Респект, ребята по-прежнему отыгрывают двое лонг и трое будут отыгрывать через зеленку, но посмотрим, что из этого всего выйдет, уже работа на ковш пошла, от Кит-Хае по-прежнему у нас производится на 8 и ковры, но что-то мне подсказывает, сейчас у нас зайдет второй раунд в актив коллектива Респекту, имеется опенфраг на света, здесь же ХЗЗшка вылетает на лонг, огребает моментально демеджи по себе, отправляется в таверну, пошла работа от Тео на позиции мида, но здесь его принимают, ой-ой-ой-ой-ой, отличные размены от МК и Митако, здесь пошел размениваться у нас Митако, далее на позициях ковров, но остается один в один, с Опи 54% здоровья, Митако фуловый, но вот в чем беда, Опи уже занимает позиции А-сайта, чекает сейчас позиции мида. Ну и в соответствии уходит под короб. Установка фугаса уже производится в аплинту. Ну и в соответствии уходит под нижнюю тумбу у нас Опи, а Митака перетягивается на 9. Опи садится по чек. В руках у А93 парные. В принципе, разобрать с этого девайса своего визави в упоре будет, ну, просто на раз-два, да, легко можно это сделать. Но смотрим. Смотрим, что сейчас будет от Митака. Есть работа на позиции мида, но уже заходит на А-сайт. И здесь Опи за
нижней тумбой. Сейчас будет выпад. Да, есть префайр от Опи, но и в соответствии минус. Как результат, это второй раунд в активе коллектива Респект. Счет становится 2-0. Неплохо. Более чем неплохо. Молодцы сейчас ребята отыгрывают очень уверенно. В атаке два раунда к ряду взять. Это дорогого стоит. Ну что ж, пора бы бойцам коллектива V-Vectus eSports просыпаться. Если они сейчас это делают, то в принципе у них дела пойдут неплохо. И они вполне могут довести до допов. Но если же они будут продолжать дремать на своих позициях, то респекты будут без всяческого труда забирать раунды к себе в актив. Ну и в соответствии выйдут победителями на этой карте на изи. Но посмотрим, пока что не будем сбрасывать со счетов бойцов коллектива V-Victus eSports. Есть работа на лонг сейчас, но здесь моментальный прием от Тео залетает, минус КЗЗ. Отлично, но по Тео залетает летальный дэмэдж, еще и хаешечка. Да, под Тео падает, и Тео вылетает с этого раунда. Свит также на агрессии делает выпад на позиции моста. Есть минус по длине, там падает у нас Тошкан. Ну и звено атаки Ланга у нас уже отправляется отдыхать в таверну, дожидаясь своих тиммейтов. И сейчас Опи отыгрывает под семеркой, чекает своих визави, пока что позиции А-сайта у нас будет сейвить зомбис. М-ка на верхней тумбе. Отлично. Пытается разминировать как-то позиции тройки. У нас бойцы коллектива Респект. Зишка заливается по 3. Но пока что особо не решается у нас ребята из коллектива Респект делать какой-либо агрессивный выпад на позиции верхней тумбы. Сейвит как-то тройку. Пока что думают, что им делать. Дропаться на нижнюю или все-таки действовать на верхнюю тумбу. Но вот, скорее всего, сейчас пойдут под верхнюю. Да, именно так. Опи уже пошел открывать. Есть первый минус. Отлично. М-ка принимает своего оппонента, есть размены. Ой-ой-ой-ой-ой. Верхняя тумба у нас падает. 2 в 2. Ситуация Зомбис и Свит против Зишки и Лоса. Ну что ж, кто кого. Зомбис у нас отыгрывает сейчас на позициях Аплента. Свит тем временем на позициях Беты. Вот сейчас просто спалил свое местоположение. Прекрасно понимая то, что Б-сайт брать не вариант. И надо перетягиваться уже на позиции Аплента. Ну вот сейчас есть у нас работа на Альфу. И там Зомбис есть прием. Но что-то как-то этот прием не увенчался у нас удачей. Есть минус, и Свит остается в Солочанского. 1 в 2. Ну что ж, ручки-то трясутся, но тем не менее, Свит довольно-таки сильный игрок команды V-Victus eSports и сейчас может потащить этот раунд, особенно если его подпустят к коробу. Да, вот сейчас Лос пытается как-то не допустить его захода в бокс, но тем не менее, сидит за нижней тумбой, и здесь Свит вырывается в бокс, есть минус, отлично, Зишка вылетает и остается Лос 1-1 против Свита. Свит 60 хп, есть минус, даблкил Свит, просто браво, это ответный раунд от коллектива V-Victus eSports, и в соответствии счет становится 2-1. Окей, смотрим далее. По сути, сейчас у нас бойцы коллектива V-Victus eSports должны забирать уже второй раунд и сравнивать паритет в счете. Но смогут ли они это сделать? Сейчас посмотрим. Все-таки, мне кажется, здесь будут продолжать у нас качаться эти качели в счете, да, из одной стороны в другую, то к V-Victus'ам будет падать раунд, то к Респектам. И так мы дойдем с вами до допов. Ну, не знаю, ну вот что-то мне подсказывает то, что действительно так и будет. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Опять же, есть работа на позиции длины. По-прежнему это Тушкан и Тео. И также Опи. На откид хае у нас Теспаун остается. Зишка и Лос отыгрывают под двумя тумбами. Но вот сейчас Зишка тоже будет отбрасывать хаешку, но хаешка пойдет под восьмерку. Ладно, смотрим пока что в обороне коллектива V-Victus eSports никаких изменений нету. Ребята по-прежнему постоянно перетягиваются с позиции на позиции. У них постоянные рокировки, да, и ребята вовремя пытаются халповать своим тиммейтам. Но сейчас посмотрим, как у них это получится. Смогут ли они выступать в роли саппортов, или же все-таки как-то ребята застопорятся. Так, откид хае по тройку. Опи у нас под семеркой отыгрывает. Отлично, имеется open фраг. Смотрим, что будет далее. Пока что ребята играют очень-очень агрессивно. Есть заход опять же по тройку. Пытается выдавить там своих оппонентов, но особо не задается. Сейчас посмотрим, что здесь делает Тушкан. Тушкан проходит позиции длины, но прекрасно понимает то, что с моста его дальше уже никто не отпустит. Да, здесь у нас есть информация по Тушкану. Сразу же должна падать инфа по Тео. Но посмотрим, чем это все-таки увенчается. Но пока что халдят. Халдят у нас ребята. В принципе, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне кажется, если так долго сидеть, то здесь сейчас просто V-Victus смогут раздавить. Да, вот о чем я и говорил. Есть моментальные минусы. Отлично. Просто отлично. Остается у нас один Тушкан. Ну и надолго ли сейчас хватит у нас Александра Карпачева? Или же все-таки нет? Зишка. Ну, ХЗЗ, прошу прощения, отыгрывает у нас на балконе. Ну и, собственно, паритет в счете.
2. Ну и, собственно, давайте сейчас посмотрим, как ребята будут отыгрывать далее. У нас сейчас, в принципе, бойцы коллектива Vivictus eSports отыгрываются очень неплохо, да. 2 раунда в ряд отдали, 2 раунда в ряд отыграли. Ну и, собственно, в чужую копилку сейчас отправится 3-й раунд. Давайте посмотрим. Тео теперь у нас в соло отыгрывает через позиции длины, как мы с вами наблюдаем. Тушкан его, так сказать, немного сопроводил и возвращается к своим тиммейтам. Ну окей, посмотрим, что из этого всего выйдет и как будет располагаться вектор атаки, будет ли это асайт или же все-таки как-то ребята попытаются атаковать ВТ и далее уже передвигаться на позиции восьмерки и занимать, соответственно, бэплейн. Есть нашивка тройки, опять же, довольно-таки пассивный стиль обороны, атаки, прошу прощения, у нас пропагандируют бойцы коллектива Респект, но здесь Тушкан у нас погибает, Свит просто аркадит позиции 7, есть минус, ну и минусанут ли у нас Виталий или же все-таки нет, да, все-таки отправляет его отдыхать, есть далее у нас минус, неплохо ребята сейвят как-то свои позиции, Зишка хелпует своему тиммейту. Ну и сейчас посмотрим, что выйдет из обороны. Митака поймал по себе дэмэдж рыдовый и также зомби. 72% здоровья, пытается прооркадить позиции длины. Есть минус от ХЗЗ, сейчас по Тео отлично. Лонг у нас открыт, но вот беда. Позиция верхней тумбы у нас занимается бойцами коллектива Респект. И они спокойно уже заливаются на Б-сайд. И как сейчас выбивать позиции, огромный вопрос. Ну, от зомбиса залетает минус по опе, пока что все прекрасно. И есть информация у Лоса сейчас по ХЗЗ. Пошел дэмэдж, ой-ой-ой-ой-ой. ХЗЗшка спокойно мог разбирать своего визави. Также есть работа у нас на позициях балкона. Но здесь Зишка разбирается с двумя своими оппонентами. Даблкил в его исполнении. Ну и в соответствии это 3-й раунд в активе коллектива Респект. Сейчас становится 3-2. Опять же, ребята вырываются вперед. Но опять это преимущество 1 раунд. Один раунд, мы с вами уже неоднократно это обсуждали, то, что один раунд отыграть, это, ну, просто изи. Просто изи, этот раунд можно забирать на раз-два. Ну, ладно, сейчас посмотрим, будет ли это 3-й раунд в активе коллектива Vivictus eSports, или же все-таки 4-ку оформят бойцы коллектива Респект. Есть у нас работа, опять же, на 2 тумбы, но она опять очень-очень пассивная. Особо здесь бойцы коллектива Респект у нас не торопится занимать какие-либо позиции. Сидят, ждут таймера, ну и в соответствии под раскидочку будут как-то заходить. И вот сейчас у нас пошла хаешка на восьмерку. Пока что все безрезультатно. Тео по-прежнему отыгрывает через позиции длины. Опи сейчас также отправит хаешку на позиции ковров. Но вот почему под хаешки вот под эти ребята не заходят, я, если честно, немного не понимаю. Но тем не менее, следует у нас неплохой хедшот от Тушкана. Отлично, имеется опенфраг на света. Также залетает летальный дэмэдж по Митаку. И сейчас посмотрим, что будут парни оформлять далее. Тушкан отыгрывает на позиции 7. Скорее всего, попытается как-то открывать сейчас нижнюю тумбу, далее асайд. Ну и здесь же у нас М-ка находится на верхней тумбе. Аркадий тройку, есть дроп на нижнюю. Должна падать информация, то что это нижняя. Но сейчас ребята просто обязаны были врываться на нижнюю тумбу или уже до конца дожимать тройку. Ну, в принципе, вот если бы тройку пошли, то, возможно, были бы проблемы. Здесь М-ка с уашками сидит. Это очень и очень серьезный оппонент. Но, тем не менее, Сишка взлетает на воздух от ХЗЗшки. Есть минус ХЗЗ. Даблкил, есть размен, отлично. Дроп на нижнюю. М-ка оформляет даблкил. И ТО остается в Солочанского сейчас против 2 их своих оппонентов, это зомби СМК. Ну что ж, Тео, тащить клатч раунды в соло тебе не привыкать. Давай, покажи свой скилл. Работает сейчас через мидл, но здесь просто на перекрестный огонь будут принимать Тео. Зомбиас у нас сидит на девятке. И также МК у нас закрывается в коробе. Но пока что сомнительные перспективы на победу у Тео. Да, чекает сейчас 9 и потихоньку уходит на ковры. Скорее всего, пойдет там на восьмерку, далее уже передвигаться на позиции Б-плента. Ну вот как раз так он и делает. И зомбис должен прекрасно слышать своего визави, но таймер предательски тикает. Тео начинает установку бомбы. Зомбис вместе со с М-кой, прошу прощения, пытается зайти. Да, у них это получается. Здесь же зомбис ставит пачку и 3-3. 3-3, паритет в счете у нас опять же восстановлен, ну и надолго ли? Надолго ли будут у нас вот эти качели, как ребята будут действовать? Может быть, сейчас Vivictus почувствуют силы в себе и начнут доминировать, да, забирать как-то раунды в свой актив, или же все-таки далее у нас будут продолжать респекты, добирать раунды и потихоньку будем отыгрывать уже там со счетом 5-4, да, первую половину. Но я не знаю, вот если здесь Vivictus все-таки возьмут 6-3, будет вообще идеально для них. Просто идеально, но такое. Под вопросом пока что. Так, мы выбываем в лобби. Вопрос зачем? Так, краш или чё? Или куда?
Нет, возвращается у нас свит. Ну ладно, ладно, продолжаем. Не знаю, зачем вы бывали в лобби, что произошло, какие проблемы, что у них упало. Так, ну что, ехала. Ехала далее. Так, отлично, все в прогрузе. Ну что ж, счет 3-3, дорогие друзья, паритет был восстановлен. И куда же отправится у нас четвертый раунд? Сейчас мы с вами и посмотрим. Откид ХЕ под позиции 7. Здесь респект и стремительно направляется на нижнюю тумбу. Но посмотрим, как у них это получится. Пока что дошли до самого выхода, а далее что-то как-то атака особо не задается. Есть у нас активные минуса. Свит, Откид ХЕ даблкил оформляет. Просто прекрасно, отлично. Сейчас отыгрывают ребята из коллектива Vivictus eSports. Принимают одного за другим, отправляют в наверное, и также Опи отправляется за своими тиммейтами. Эмка карает его просто беспощадно. И это четвертый раунд в активе коллектива Vivictus eSports. Отлично, просто отлично. Сейчас ребята забирают четверочку. Можно брать пятый и шестой раунд. И тогда на смену сторон переходить просто с преимуществом. Но смотрим, здесь у нас есть аркада от цвета. Залетает open фраг. И будем сейчас наблюдать далее, что у нас будет происходить. Откид ХЕ под позиции восьмерки. Опять же производится у нас азишки. И тем временем пошла аркада через позиции длины. Откид ХЕ под девятку. ХЗЗшка с балкона пока что не может халповать своему тиммейту, но зомби, в принципе, справляется самостоятельно. Здесь ХЗЗ просто дропается с балкона. Есть минус по Тео. И опять же рушится атака коллектива Респект. У нас сейчас Опи и Зишка остаются вдвоем против пятерых своих оппонентов. Митака только немного поймал по себе дэмэджа. Остальные все фуловые. Также принимают у нас Зишку. Эмка пошла перестрелка. Но здесь Эмка, конечно, забожил. Просто забожил. Есть минус. И как результат, пятый раунд в активе коллектива Vivictus eSports. Просто почувствовали силы в себе бойцы. Ну что ж, последний решающий раунд. Будет ли это 6-3? И мы перейдем на смену сторон с преимуществом в 3 раунда у бойцов коллектива Vivictus eSports. Или же все-таки будет 5-4? Но опять же, преимущество будет за бойцами коллектива Vivictus eSports, но всего лишь один раунд. И этот один раунд просто можно на изи отыграть. Но смотрим. Смотрим, дорогие друзья, что тут у нас будет происходить. Нашивается пока что активно тройка. Но мне кажется, все-таки четвертый раунд бойцы коллектива Респект должны забирать. Просто обязаны забирать. Но смотрим. Здесь у нас Эмка сейвит позиции тройки. Пока что все просто забрасывается смолком на эту позицию. И какой-то атаки от коллектива Респект мы опять же не наблюдаем. Тушкан отыгрывает через семерку. Митака пытается прооркадить позицию длины. Отлично. Даблкил оформляет коллектив Vivictus eSports. Ну что ж, неужели шестой? Неужели шестой раунд будет в активе коллектива Vivictus eSports? Или же все-таки четверочку? Четверочку отыграют у нас ребята из коллектива Респект. Отлично. Есть минуса. Да ладно. Опи также падает, это шестой раунд в активе коллектива Vivictus eSports, и они отыгрывают первую половину просто на ура. Молодцы, ребята, просто браво. Но сейчас переходим на смену сторон. Респекты будут отыгрывать у нас в обороне, ну а Vivictus eSports в атаке, и мы посмотрим, что у нас будет тут происходить. Но действительно, очень-очень жестко сейчас отыграли ребята из коллектива Vivictus eSports. Они молодцы, они собрались, сразу же закамбэчили, да, просто вырвали преимущество в свои руки. Так, ну что ж, дорогие друзья, вторая половина встречи коллектива Vivictus eSports против бойцов коллектива Respect. Счет у нас 6-3, вы видите его у себя на экранах. Ну и давайте посмотрим, что же будет у нас на смене сторон. Отыграются ли бойцы коллектива Respect, или же все-таки здесь свою доминацию продолжат бойцы коллектива Vivictus eSports. Есть у нас стремительная атака сейчас под позиции тройки. Откид ХЕ минус свит, отлично. Начинают у нас принимать бойцы коллектива Respect. У нас также ХАЕшка у нас от ХЗЗшки. Есть минус. Ну что ж, неплохо. Неплохо Зишка, ХЗЗшка делают размены для своей команды. И пока что атака коллектива Vivictus eSports у нас застопорилась. Но смотрим. Смотрим, что они будут предпринимать далее. Будет ли это дроп на нижнюю, или же все-таки ребята как-то будут пытаться атаковать тройку. Сейчас заходить на верхнюю тумбу, или вообще перетянуться на позиции длины. Сейчас мы с вами на этой посмотрим. МК откид С5. Пытается разминировать сейчас нижнюю тумбу. У него это, в принципе,
получается, но не до конца. Не до конца, там по-прежнему наблюдается C5 от Китхае, также по тройку у нас производится, но здесь Зишка на страже порядка, СУА-93 парные, в принципе, можно зайти под эту позицию, но Зишка на раз-два может покарать сейчас своих оппонентов. УА-93 парные, это такой девайс имбовый довольно-таки. Но вот есть дроп на нижнюю, есть активный дроп на нижнюю, сейчас посмотрим, что тут будет происходить. Тем временем Опи и Зишка уже готовятся, принимая своих оппонентов, есть информация, то, что это все НТ, ну и в соответствии сейчас ребята будут давить своих оппонентов. Есть минус, Зишка, моментальный размен, Тушкан отыгрывает через девятку, ставит нереальную пачку сейчас по своему оппоненту на нижней тумбе, ну и сейчас остается у нас Митака и Зомби, причем Митака отправляется в небытие от Зишки и продолжает, ребята, тушить своих оппонентов уже непосредственно в коробе, но есть минус, фаст под альфу не удается, и здесь бойцы коллектива Респект зарабатывают четвертый раунд свой актив, и уже два раунда преимущества остается в руках коллектива Vivictus eSports. Надолго ли это преимущество будут сохранять сейчас ребята, мы на это и посмотрим, но, опять же, атака у нас точно такая же, как и у коллектива Респект, то есть двое работают через лонг, остальные в зеленке, по две тумбы, далее ковш, семерка и так далее. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут на длине. ХЗЗшка накаляет ситуацию против Лоса, но Лос принимает решение прооркадить своего оппонента. 72% здоровья остается у ХЗЗшки, продолжается перестрелка на позициях длины. Но тем временем Эмка уже подбирается по тройку от Кит C5, пытается разминировать здесь как раз таки позиции трех. Но от Лоса все-таки минус по ХЗЗ залетает, также и Свит падает. Опи, C5 принимает Митаку, отличный минус, но там Эмка уже рыдовый и Зомби с фул. Но посмотрим, что они смогут сделать против четверых своих оппонентов, хотя бы одного в груз 200 надо оформлять. М-ка врывается на позиции верхней тумбы, есть откид хае от Зомбиаса, есть минус Опи, но далее Зишка откидывает хаешку и также штрафует своего оппонента. Это пятый раунд в активе Респекта, счет становится 6-5, и преимущество из трех раундов превращается всего лишь в один раунд. Ну что ж, окей, давайте сейчас посмотрим, что тут будет происходить, но пока что действительно бойцы коллектива Vivictus eSports очень стремительно теряют свое преимущество, и им нужно срочно добирать уже седьмой раунд, а там восьмой. Если они этого не делают, то паритет в счете будет восстановлен, а там кто знает, как отыграют бойцы коллектива Респект, что они покажут вообще, ну и, собственно, какой оборона у них будет, будут ли они как-то агрессивно атаковать своих оппонентов, или же все-таки сейвить позиции, никакой аркады от них не будет наблюдаться, ну посмотрим. Не будем загадывать. Итак, потихоньку, да помаленьку у нас уже имеется опенфраг по ХЗЗшке. Там у нас по-быстрому Лос поджал, да, опенфраг нашел и моментально стянулся обратно на свою позицию, потому что прекрасно понимает то, что если продолжать работу далее через позиции Т-спана, то там просто падает инфа, его будут принимать. Но здесь Опи, опять же, со своими C5 принимает своего визави, есть минус М-ка, и уже бойцы коллектива Vivictus eSports хотел сказать то, что будут отыгрывать втроем, но нет. Но нет, отыгрывают вдвоем и сразу же их отправляют в небытие. Счет становится 6-6, и паритет в счете восстановлен. Довольно-таки стремительно сейчас бойцы коллектива Респект восстанавливают паритет. И вот сейчас со счета 6-6, мне кажется, бойцы коллектива Vivictus eSports должны как-то очухаться и добирать уже семерочку в свой актив. Ну а далее, мне кажется, Респект и 7, потом Vivictus и 8, или же опять Респект и 8. Ну, короче, будет 9-9. Просто инфосотка, ставьте на 9-9 и будут у нас допы, это 100%. Откид хае сейчас под девятку, здесь Тушкан хилится, живет, но вот по Лосу беда есть небольшая, уже минусанули его, и сейчас бойцы коллектива Vivictus eSports отыгрывают в большинстве. Но посмотрим, смогут ли они забрать этот раунд с превосходящими силами, или же все-таки здесь как-то бойцы коллектива Респект сейчас уравняют паритет среди игроков, и в соответствии будут уже как-то далее сейвить свои точки и не пропустят своих оппонентов под позиции. Но вот есть информация по Тушкану, здесь же Зишка очень агрессивно отыгрывает, а его ХЗЗ кроет. Но я не знаю вообще, зачем так вылазить. Вы сидите и сейвите позицию длины. Ваша задача, главное, чтобы не прошли куда-нибудь под ковры и так далее. Ну зачем это такая вот агрессия, я не понимаю. Но здесь все-таки залетает минус от Эмки. Также у нас падает Опи. Ой-ой-ой-ой-ой, стирает у нас спокойно Тушкана с лица этой карты. И Тео остается
Солочанского. Ну что ж, Тео, сотка на счету против пятерых. Пытается перестрелять света, но здесь без каких-либо шансов. Митака прилетает на хелпу своему тиммейту. Есть минус, и это 7-й раунд в активе коллектива Vivictus Esports. Счет становится 7-6. Преимущество в один раунд, опять же, за бойцами коллектива Vivictus. Но как они будут действовать далее, давайте посмотрим. Будет ли 7-7 или все-таки 8-6, сейчас узнаем. Но что-то мне подсказывает то, что будет 7-7, а далее уже будет 8-8. Не знаю, вот почему-то я прям чувствую то, что будут допы. Будут дополнительные раунды, и потом по допам там уже респекты будут выходить победителями, но посмотрим. Посмотрим, прав я или нет. Есть у нас работа на позициях длины. Зишка у нас отыгрывает через позиции длины вместе со Светом. Ну вот, кстати, нет. Я, скорее всего, поторопился. То, что здесь у нас Vivictus отдадут эту карту в копилку коллектива Респект. Если они в том же духе отыграют у нас серию допов, то далее они могут перейти просто на смену сторон там со счетом, допустим, 11-10, да. И там уже закомбэчить просто на обороне. В принципе, да, скорее всего, победа будет за бойцами коллектива Vivictus Esports. Действительно, ребята очень неплохо сейчас отстреливают своих оппонентов. Но сейчас, пока я рассуждал, кто что может, как они будут забирать раунды и так далее и тому подобное, здесь уже бойцы перекрашили друг друга, и Зомбиас остается в соло против четверых своих оппонентов. Но Тушкан и Зишка рыдовые, только Тео и Лос фул. Но, опять же, эти агрессивные парни, их как-то минусовать будет очень сложно. Ну, смотрим. Зомбиас передвигается у нас сейчас под позиции семерки. Потихоньку-то помаленьку уже, ну, прошу прощения, под позиции тройки. Потихоньку перестреливается уже на верхней тумбе. Спалил свое местоположение. Лос, если что, по чекам находится. Тео на девятке. То есть тут как-то вообще ни на какую позицию не выйти. А если только дропаться на нижнюю, как-то занимать короб, установку плента, ну и, соответственно, уже играть просто на удержание, на таймер. Но посмотрим. Посмотрим, что сделает Зомбиас. Взлетает C5 на воздух. Зомбиас хилится же. Живет пока что, нету по нему вообще никакой информации. Дропается на нижний. А вот сейчас у Тео должна быть инфа, то что это асайт. Да, есть информация, пошла перестрелка, но здесь Тео справляется самостоятельно. Это 7-7, и паритет в счете опять же восстанавливается. Ну что ж, молодцы. Молодцы бойцы коллектива Респект. С учетом того, что летели в 3 раунда, сейчас просто идут притык в притык. 7-7, и сейчас бойцы коллектива Vivictus Esports просто обязаны собираться. Если они этого не делают, то это просто до свидания будет. Это просто будет до свидания, ну и в соответствии бойцы коллектива Респект могут выйти просто победителями на первой же карте, если сейчас Vivictus не собираются. Ну, откид ХАЕ под позиции 7 у нас наблюдается. Здесь уж ХЗЗ у нас работает через лонг. Откид ХАЕ пока что безрезультатно. Пока что все безрезультатно. МК откидывает C5 на позиции тройки. Опи прекрасно понимает в этот момент то, что его сишка ликвидирована. И пора брать в руки УА-93 и принимать своих визави. Ну вот смотрим. Смотрим, что из этого всего выйдет. МК заливается уже под позиции тройки. Но очень медленно сейчас действуют ребята. Но М-ка, какая пачка залетает сейчас по опе. Есть опен фраг и должны занимать уже верхнюю тумбу. Но здесь моментальный прием оформляет у нас Зишка. Откид ХАЕ, целый фраг парад у нас разворачивается на позициях Люксан. Ну что ж, давайте посмотрим, что тут будет происходить. Тео и Лос остаются вдвоем против троих своих оппонентов. Это Зомбиас, ХЗЗ и Митако. Пока что не торопится атаковать какую-то позицию. Но вот есть минус, остается Зомбиас и ХЗЗ. ХЗшка стремительно теряет свои хитпоинты. 41% здоровья, но здесь с грамотно засейвил зомби своего тиммейта. И смотрим, смотрим, что будет далее. Тео остается один против двоих своих визави. Тео нужно срочно, срочно атаковать. Но вот сейчас как раз-таки дропается под нижнюю. Есть первый минус. Ну, будет ли второй? Нет. ХЗЗшка отправляет своего оппонента в небытие. И это 8-7 за бойцами коллектива Vivictus. Ну что же, ехала далее, дорогие друзья. Vivictus Esports вырывается вперед. 8-7. 8-7 у нас сейчас счет за бойцами коллектива Vivictus Esports. Но, в принципе, это преимущество в один раунд отыграть бойцам коллектива Respect будет легко. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может быть, я опять поторопился. И здесь как-то у нас бойцы коллектива Vivictus Esports уже будут забирать 9-й раунд в актив своей команды. Ну и, в соответствии, далее уже могут оформить карту, или же все-таки будут допы, как я и предполагал. Но вот сейчас посмотрим. Есть у нас пока что работа на позиции длины. Ребята там просто нашивают точки, в соответствии шугает своих визави. Но Тушкан вылез на рожон, поймал по себе летальный демедж. Уже 2% здоровья у него остается.
И смотрим, что же будет далее. А, пока что перетягиваются под позиции тройки. У нас байсы коллектива V-Victus и eSports. Но здесь откид хаи от Опи у нас производится. Но Опи также поймал по себе дэмэджа. Чекается сейчас нижняя тумба потихоньку с позиции 7. Лос также нашивает сейчас лонг, но периодически перетягивается на роль саппорта на позиции нижней тумбы. И вот как раз таки пошел дроп. Ой-ой-ой-ой-ой, Тео! Тео, что ты делаешь? Просто пощади своих визави. Тео здесь, конечно, просто батька. Раскрошил своих оппонентов, но ХЗЗ остается соло, и Зишка дропается. Все-таки к своему визави есть минус, и это 8-8. 8-8, ну что ж, доп и просим, дорогие друзья, остается у нас 2 раунда второй половины, и если эти 2 раунда не забирают у нас хотя бы какой-то из коллективов, хотя бы, да, так сказал, ну хотя бы, если эти 2 раунда у нас не забирают коллектив Респект или коллектив V-Victus eSports, а просто делят между собой эти раунды, то... Тогда здесь у нас счет будет 9-9. И в соответствии мы будем переходить уже на серию дополнительных раундов. Но смотрим. Смотрим, дорогие друзья. Пока что у нас есть работа на позиции тройки. Но она явно неудачна для М-ки. Откид хаи от Опи. Ну и в соответствии есть open frag. Давайте смотреть далее. Свит поймал по себе дэмэдж. Но пока что не летальный. Полтинник еще остается на счетчике. Можно, можно еще отыграть. Но вот смотрим. Смотрим, что тут будет происходить. Пока что бойцы коллектива V-Victus eSports особо не решаются атаковать как-то тройку. Уже несколько раз напоролись там на C5 и хаешки. Ну и в соответствии атака в очередной раз может потерпеть фиаско. Но смотрим. Откид хае под верхнюю тумбу заставляет Опи поменять позицию. Но здесь опять же откид хае под заход. И есть прием от Опи. Отлично, Опи даблкил оформляет. Но здесь метака. Есть отличный прием. Размен. Зишка продолжает сейвить позиции верхней тумбы. Есть от него минус. Лос также ставит хедшот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, но здесь зомбиес у нас остается соло, и его принимает Зишка. Ну что ж, 9-й раунд в активе коллектива Респект, и будут ли это допы или же все-таки победа Респектов, сейчас посмотрим. Но на волоске, конечно, сейчас от поражения на первой карте у нас находятся бойцы коллектива V-Victus eSports, но, возможно... Все возможно, то, что они сейчас отыграют девятку, и будем переходить уже на дополнительные раунды. Итак, откид хае по тройку. Опять же, ребята готовятся уже занимать позиции верхней тумбы. Скорее всего, попытаются там найти как-то open frag и будут дропаться опять же на нижнюю или уже полноценно открывать верхнюю. Откид хае, да, это полноценно верхняя. Здесь врывается у нас эмка, есть минус. Ой-ой-ой-ой-ой, размены пошли, но все-таки верхняя тумба занимается очень агрессивно бойцами коллектива V-Victus eSports. И далее уже идет ротация бойцов на позиции B-сайта. Эмка у нас садится на установку фугаса. Ой-ой-ой-ой-ой, как же. Не зачекали Тео, но тем не менее Митака карает его мгновенно. Тушкан врывается на Б-сайт, есть хедшот, но в соответствии по нему также падает информация, то что это Б-плент, и пора бы ставить альфу. Есть информация по ХЗЗ сейчас, 13% здоровья у которого. И Тушкан заливается на мидл. Ой-ой-ой, ХЗЗшка спалил свое местоположение. Но там с девятки пошел нашив от зомби. С 1% здоровья у Тушкана. Но здесь просто на перекрестном огне ребята принимают своего визави. Это 9-9. Ну и в соответствии допы. Дополнительные раунды очень-очень неплохо сейчас отыгрывают у нас, конечно, ребята. Довольно уверенная игра. Здесь парни борются до последнего, с учетом того, что многие ставили на то, что люкс заберут респекты. Это их карта, но вот сейчас бойцы коллектива V-Victus eSports доказывают обратное. То, что эта карта далеко не респектов, и ее можно и нужно выигрывать у них. Ну что ж, смотрим. Смогут ли они это сделать, действительно забрать уже эту карту у респектов и переходить... к песчаной буре. Так, ну что, готовность у нас имеется. Пошел отчет. И сейчас у нас пока что смены сторон никакой нету. V-Victus'ы по-прежнему будут отыгрывать в атаке. И бойцы коллектива Респект будут обороняться. Так что посмотрим. Так что посмотрим, дорогие друзья, что здесь будет. Но если бойцы коллектива V-Victus eSports будут продолжать в том же духе, да, забирать хотя бы один раунд уже на первой половине дополнительных раундов, то у них есть все шансы, абсолютно все, на то, чтобы забрать эту карту. В принципе, они действуют сейчас очень неплохо. Очень неплохо, но дабы не сглазить эту команду, действительно, сейчас оба коллектива просто достойны друг друга и достойны победы. Но вот посмотрим, кто же больше ее хочет.
Так, есть у нас работа, опять же, на тройку. Пытается разминировать позиции нижней тумбы. И, скорее всего, будет дроп на НТ. Или ребята будут продолжать атаковать как-то позиции верхней тумбы. Но здесь лос сейвит позиции длины. И, в принципе, у него должна быть информация. То, что лонг, ну, просто глухо. Там вообще никого нету. И, в принципе, он может перетянуться куда-то на позиции ковров. Но пока что сидит. Пока что сидит, смотрит. Ну, в принципе, да, вот сейчас он под коврами и так сидит, и тем временем у нас не решаются заходить как-то под тройку или под нижнюю, но вот есть дроп, дроп на НТ у нас имеется, МК и Свит уже спалили свое местоположение, туда уже пошла нашивка, но в надежде то, что пойдет какая-то резкая перетяжка, ребята немного засейвились, но автушкана залетает уже, опен фраг, ай-яй-яй, Тео С5 принимает своего визави, есть минус, Митака, моментальный размен, Опи должен дропаться за спину, но Митака и МК просто хоронят своих оппонентов, Зишка врывается, да что же это такое, просто фраг парад, и здесь жопе ставит завершающую пачку, и этот раунд отправляется в актив коллектива Респект, счет становится 10-9, пока что ребята вырываются вперед всего лишь на один раунд, но смотрим далее. Смотрим далее, что здесь будет происходить, как парни будут действовать, но действительно очень-очень жаркая игра сейчас у нас происходит. Ну ладно, смотрим. Смотрим, что тут будет происходить. Забрасывают у нас хотя бы одного игрока, бойца коллектива Vivictus eSports, на позиции ланга. Но чтобы так чисто пошумел, постягивал вектор внимания своих оппонентов. Но тем временем ребята стремительно идут уже на позиции тройки и также нашивают нижнюю тумбу. Но там Тео, если что, будет в упоре. Тушкан в роли саппорта с девятки будет выступать. Ну, смотрим, сможет ли сейчас у нас команда Vivictus eSports зайти хотя бы под какую-то из позиций. Ну, а Тео все-таки залетает open frag. Зомбиас падает в этом раунде. Пока что у Зомбиаса как-то на дополнительных особо не заходит. Да, с нулем пока что идет. Опять же, от Китхае есть у нас разменочка. Опи отправляется в небытие. Отлично. Наши тройки активно идет, но там дроп уже на нижнюю. Есть минус, ну и, собственно, можно продолжать. Но здесь прием от Тушкана. Ай-яй-яй-яй-яй, как посыпались сейчас ребята при атаке на сайта. Ну, такое дело. Такое, конечно, М-ка поймал по себе демешка за Зешка, 53% на хелсбаре против двоих фуловых. Это Тушкан и Лос. Есть дроп, опять же, на нижнюю от М-ки. Попытает свою удачу там вновь. Но там Лос уже по чекам сидит. Есть полный спектр информации сейчас по М-ке. Да, залетает хедшот от Лоса. Ну и в соответствии здесь ХЗЗ-шка. Опять же, работает под позициями А-сайта. Заливается уже в короб. Нашивает девятку. Прекрасно понимает Лос то, что если что, сейчас его будут выжимать. И уже перетягивается под Б-плейн. ХЗЗ должен устанавливать фугас. Да, в принципе, этим он и занимается. Но смотрим. Смотрим, что из этого выйдет. Пока что действительно очень уверенно играют у нас бойцы коллектива Респект. И нацелены сейчас забрать второй раунд. Но вот ХЗЗ-шка далеко не из простых соперников. Может сейчас задать жару своим визави. Есть нашивка от Тушкана. Опять же на позиции нижней тумбы. Но вот ХЗЗ просто вот этими аркадами постоянно куда-то вылазить, поджимать своих визави, пытаться их атаковать. Вот потерял основное количество хитпоинтов. Ну и в соответствии сейчас... Сейчас это уже 11-й раунд в активе респектов. Ну и будем сейчас смотреть. Ехало далее, дорогие друзья. 11-й раунд в активе коллектива респект. Ну что ж, последний раунд первой серии дополнительных. Сейчас посмотрим, кто кого. Но пока что здесь действительно бойцы коллектива респект у нас доминируют. Причем очень уверенно, но пока что зомби со мной не согласен. Начинается опен фрага. Но далее размен на М-ку все-таки с хаешки у нас происходит. И вот сейчас нужно срочно бойцам коллектива Vivictus eSports как-то менять свой вектор атаки. Ну и в соответствии занимать уже позиции и потихоньку да помаленьку забирать 10-й раунд в актив своей команды. Если же они этого не делают, то смена сторон для них должна быть просто дико потные, они также должны отыгрывать 3 раунда в ряд. Но смотрим. Смотрим, дорогие друзья, что будет далее. Заход на верхнюю тумбу у нас имеется. Залетает здесь минус. Отлично. Пошли размены. Зишка с Лосом очень неплохо принимает. Зишка оформляет даблкил. Но там как-то у нас пытался Митака еще сопротивляться. Но вот ХЗЗ остается соло. Остается соло просто против двоих своих визави, это Тушкан и Зишка. Ну и посмотрим, что будет сейчас далее. Вот сейчас просто я сам представляю самочувствие ХЗЗшки, когда просто весь груз ответственности падает на его плечи. Сейчас ему просто нужно одному в два затащить десяточку. Но здесь встречается с ХЗЗ, пошла перестрелка.
Нет, нет, не будет этого раунда. Сейчас просто бойцы коллектива Респект забирают уже 12-й раунд свой актив. Счет становится 12-9. И с таким счетом мы переходим на смену сторон. Остается один раунд, который отделяет бойцов коллектива Респект от победы на первой карте в противостоянии Респектов против Vivictus eSport. Ну что ж, смотрим. Смотрим, что у нас сейчас будет. Выходим потихонечку в готовность. Ну и будем начинать. Так, отлично. Команда готова. Стартуем потихоньку. Прогружаемся уже на люкс. Все, супер. Отлично. Ребята у нас прогрузились. Ну что ж, решающий раунд для бойцов коллектива Vivictus eSports. Остаются ли они в противостоянии первой карты, или же все-таки сейчас Респекты забирают уже эту карту в свой актив. Но пока что здесь бойцы коллектива Vivictus eSports сопротивляются до последнего. Сопротивляются до последнего. Тушкан и Тео уже отлетают с этого раунда, так что начинаются проблемы потихоньку у Респектов. Ну что ж, Vivictus, давайте просыпаемся, забираем 3 раунда в ряд и переходим на вторую серию допов. Смотрим. Опи чекает сейчас позиции 7, там нижняя тумба и так далее. Но пока что у нас вектор атаки, опять же, не определен. Пока что бойцы коллектива Vivictus eSports спокойно сейвят свои позиции, а Респекты периодически где-то засветятся. Такие, оп-оп, я здесь, не расслабляйтесь, как бы, ребят. Ну а далее, как таковой перестрелки у нас нету. Но вот сейчас Опи поймал по себе дэмэджа, но и тот не летальный. В принципе, сейчас ребята должны потихоньку как-то разводить позиции верхней тумбы. Ну да, есть заход, но здесь Эмка со мной не согласен. Эмка, да что ты делаешь? Ну, пощади. Но это было жестко, конечно. Это было жестко. Там ребята разобрали своих визави. Эмка и Сви там спокойно метак еще подсейвил. Красавцы. Красавцы. Десяточка падает в актив коллектива Vivictus eSports. И парни остаются в противостоянии. Но сейчас для них каждый раунд будет решающим. Просто обязаны сейчас отыгрывать 3 раунда, если хотят остаться в этом противостоянии первой карты. Или же уже просто отпускают эту карту и будем переходить к следующей. Опи, прокиды. Пошли на восьмерочку. Прокид от ХЗЗ... Ой, от ХЗЗшки. От Зишки, прошу прощения. От Зишки на восьмерку. Прокиды от Опи на верхнюю тумбу. Но здесь от Тео уже залетает опенфраг на света. И пока что у нас оборона начинает работать в меньшинстве на одного бойца. Конечно, не самые радужные новости для них. Но тем не менее. Тем не менее, сейчас можно найти какой-то размен под позициями длины или же ковша. И далее уже отыгрывать на равных. Но вот сейчас Эмка попытался в агрессии отыграть на позиции ковша. И поймал по себе дэмэдж. Понял то, что дело дрянь, и лучше туда не суваться. Но сейчас будет в упоре принимать. Есть выход, ай-яй-яй-яй-яй. Опи есть все-таки минус на эмку. Опи даблкил, ну что, будет ли трипл? Нет, все-таки зомби сминусует. Но здесь моментальный размен от лоса следует. И ХЗЗ 1 в 4. Ай-яй-яй-яй-яй, ХЗЗшка, бедняга, есть заход на Б-сайт, пытается раздамажить своих визави, но здесь уже просто приходит еще халпа в роли Тео. И это 13-й раунд в активе коллектива Респект. И победа на первой карте за ними. Ну что ж, поздравляем их с первой картой, но для них это еще далеко не все. Сейчас у нас бойцы коллектива Vivictus eSports будут показывать себя на песчаной буре. А что будет там, неизвестно. Но посмотрим. Посмотрим, как парни отыграют, но все-таки обязаны уже 1-1 по картам.